О, а что это за кнопочка такая, а? Да, это, конечно, не Самара, и не Урюпинск, и не Пермь. Тоже ничего, но все-таки не Пермь. Всем привет! Сегодня мы немножко поговорим об Итенских высотах. Некоторые из вас хотели получить гайд. Ну что же, получайте. Игра за монстров доступна абсолютно для любых игроков. При наличии на аккаунте хотя бы одного персонажа из свободных народов, хотя бы 10 уровня. Разнообразие классов, к сожалению, у монстров хромает. Существует только 6 классов, один из которых, Ривер, он же разбойник, является бесплатным для всех. Из покупных классов у нас есть паук, черная стрела, вожак, варг и осквернитель, он же аптека. Значит, что из себя представляет Ривер? По сути, это воитель, только у крипов. Милишник открытого боя, так сказать. Несмотря на то, что класс является бесплатным, кое-что все-таки будет заблокировано. Например, в окне талантов у вас будет доступно, по-моему, 2 порока или чуть больше. Также у вас будет ограничение расовых ячеек и ограничение классовых ячеек. А, ну и конечно же легендарных, различного рода облики и бутафорское оружие. Не считая ограничения кошелька в 5 золотых, это единственное ограничение для класса. Открыть ячейки можно либо за лотерпоинты, покупая каждую в отдельности, либо просто зайдя на ривера, имея VIP. Все ячейки разблокируются автоматически. В предгорьях горы Грэм, где находится наша база, у нас имеется несколько интендантов. Тот, что в центре, отвечает за метриловые монеты. Его мы рассматривать не будем, но в целом хочу сказать, что здесь можно приобрести пороки и скиллы заранее. У нас есть интендант, который отвечает конкретно за расу орков. То есть распространяется на классы Ривер и Осквернитель, аптека. Здесь мы можем выменить различные облики уникальные за печати. Печати можно добыть сундуков, либо получить, скажем, за стаж в игре. Помимо обликов, здесь также за те же самые печати можно выменить различные скиллы, расовые и классовые пассивки, чтобы получить это все заранее. Следующий интендант – Корруптор. По сути, он является неким бардом, у которого, собственно, мы и ставим все эти пороки, либо меняем их на другие. Есть также тренер, он распространяется на всех. Именно у тренера будет показано, какие навыки активные, пассивные, либо облики нам доступны на нашем ранге. Вот, например, у меня Ривер имеет второй ранг. И тут есть один скилл, который я не докупил. Также есть пассивка отвага, которую просто необходимо каждому крипу прокачивать. Я не помню, сколько точно уровней этой пассивки, но после какого-то количества купленных раз ее стоимость резко увеличивается. Да, вот на 14-й отваге уже надо отваливать 6000 очков. Это этенская обменная валюта, которая добывается заданиями, деяниями и также борьбой со свободными народами. Я имею в виду игроков. Во вкладке Trades у нас есть различные облики, кастомизация для оружия, которая будет постепенно для нас открываться. Есть классовые пассивные таланты, которые позволяют усилить нашего персонажа. И также здесь представлены все доступные нам пороки. С помощью пороков мы корректируем билд нашего персонажа. То есть тут мы выбираем, сколько нам нужно крита, сколько нужно физического мастерства. Это некая замена экипировки, поскольку у крипов ее как таковой нет. Вся сила крипа настраивается чисто пороками. Они приобретаются один раз и остаются у вас навсегда, вне зависимости от того, ставили вы его или нет. По сути, пороки позволяют сделать огромное множество различных комбинаций. Вы можете просто взять 6 пороков на крит и 6 пороков на мастерство и показать максимальный урон и критический удар. А при этом, соответственно, живучесть у вас будет, ну, скажем так, не очень. Либо вы можете выставить пороки на тактическое смягчение, если вас, допустим, бесят маги. Тут еще и резистанс дают, который снижает шанс получения дебафов. Опять же, к выбору пороков нужно относиться к умом. Есть чистый порок на резистанс, который дает 60 тысяч.
а есть тактическое смягчение, которое дает не только resistance в тех же числах, а еще и тактическое смягчение. Честно говоря, мне непонятна логика разницы вот этих двух пороков, потому что раньше все было по-другому. Это просто пороки немножко переделали, что-то разработчики с ними намудрили. Нет, конечно, понятное дело, что тут за сбор 6 пороков разные бонусы, но все же. Ну, тут уж смотрите сами, кому что больше нравится. Поскольку в плане выставления пороков я вам не советчик. Я не знаю популярных билдов, я никогда не видел и не интересовался ими. Я всегда выставлял все на свой вкус. С этим разобрались. Что же нам, собственно, делать дальше? Здесь на базе у нас имеются некоторые задания, которые можно ежедневно брать и выполнять. Тут у нас на базе имеется еще палатка с различными заданиями, где отображается текущий статус различных застав, принадлежат они нам или свободным народам. И в случае, если что-то принадлежит не нам, можно взять задание на его захват. Но так как я уже взял, соответственно, у меня тут ничего нет. Тут есть место обиталища варгов, тут все те же самые интенданты, которых я продемонстрировал ранее, только уже для псин. С противоположной стороны все то же самое, только уже для пауков. Что у нас из себя представляет карта Тенских высот? Давайте разберемся заранее. У нас имеется две базы. Это предгорье Грэм, на которой как раз таки обитают монстры, и это Гланврайк, на которой обитают герои свободных народов. Также у нас имеется два небольших поселения в Хитладе. Это поселение хоббитов. А в восточной части Ародорского тупика это Гротум, поселение гоблинов. Есть еще пару мест, где нам выдают задания. В западной части карты, по центру, у нас имеется Даргазак. Это, по сути, фортификация, принадлежащая крипам, где можно брать задания. И здесь сохраняются дары. Что же такое дары? Осколок короны Мардерита. В данный момент он содержится у нас в Даргазаге. Что же он дает? А он на 2% снижает входящий урон. Затраты по энергии для скиллов. То есть это небольшое усиление для всех крипов. Такой же форт имеется и у фрипов. Прямо напротив Даргазага в восточной части карты. Там также имеется хранилище для даров. Дары забираются очень простым способом. Врывается большое количество людей, забирает военачальников, открывает ворота, забирает дар и потом несет его в свое хранилище. У нас имеется 5 больших фортификаций. Это Лугазак, Толаскарнен, Территроу, Лесопилка Мрачного Леса и Рудник Изендипский. В отличие от того же Даргазага и Фрипского форта, название которого я, к сожалению, не помню, эти 5 застав можно захватывать. Захват застав дает дополнительный прирост к получаемой валюте для обмена и влияет на рост вашего ранга. То есть, чем больше застав принадлежит вашей стороне, тем быстрее вы копите очки и получаете ранг. Также имеется 4 малых заставы. Это застава на реке, застава в Хитладе, застава в Изендипе и застава в Ародорском тупике. Эти 4 заставы самые маленькие из имеющихся. И при более-менее адекватном ранге их можно без проблем захватывать в одиночку. Они дают преимущество вам в битве. А как я вижу сейчас, они дают модификаторы к мастерству. Давайте посмотрим, что у нас еще есть перед горами Грэм. У нас есть некий ангморский юрист, с помощью которого мы можем создать определенную гильдию. Есть NPC, который позволит вам обзавестись семьей или фамилией. Еще здесь есть интенданты, которые позволяют нам за получаемую в боях валюту приобретать различные хилки и банки для восстановления энергии, и различные банки для получения бафов. С противоположной стороны у нас имеется повар, который может предоставить нам за ту же валюту различную еду, которая даст нам неплохие такие усиления. У квартирмейстера мы можем приобрести различные банки, хилки, банки для снятия дебафов и талисманы. Но все это уже послабее и за серебро. Здесь особое внимание стоит обратить на так называемые талисманы. Вам они могут не приглянуться. Талисманы позволяют вам обнаруживать различных существ. Есть два типа талисманов. Зеленые
и фиолетовые. С помощью зеленых талисманов вы можете обнаруживать существ в радиусе до 120 метров. Фиолетовые талисманы требуют как минимум третий ранг, и дальность их действия по сравнению с зелеными увеличена на 20 метров. Но использовать абы какие талисманы не получится. У каждой конкретной расы есть определенные талисманы, которые они могут использовать. Вот, например, у меня орк может обнаруживать только эльфов. У меня есть эти самые зеленые талисманы, и в радиусе 120 метров я могу обнаруживать любых эльфов, будь то NPC или игроки. То есть получается, помимо ривера, эльфов еще может обнаруживать аптека, он же осквернитель. У тех же пауков треки для обнаружения распространяются на гномов. Варги могут чувствовать хоббитов, а уруки могут чувствовать людей. К ним же, надо сказать, сразу относятся и биорны. И еще один интендант под именем Рулом предлагает нам различные талисманы. Талисман используется для снятия различных станов и прочих контролей, по сути, самых неприятных вещей. Вот только перезаряжаются талисманы длительное время. Ну и, конечно же, все эти талисманы не являются одноразовыми. Ими можно пользоваться сколько угодно. О чем и говорит стоимость в 5000 очков. Но если посмотреть, можно заметить, что их тут немало. Почему так, спросите вы? Все очень просто. Все представленные талисманы делятся на ранги, на которых можно их использовать. Самый первый талисман мы можем использовать с первого ранга, но его перезарядка составляет целых 30 минут. В то время как последний талисман, который мы можем приобрести на 15 ранге, то бишь тиран, он перезаряжается всего 2 минуты, и при этом он не только снимает контроль, а еще и на 10 секунд дает вам иммунитет к нему. Ну и помимо талисманов, здесь есть так называемый карманный бард, который позволит вам в полевых условиях заменить пороки. В самой западной части лагеря у нас есть два тролля, Биба и Боба. А у меня... Показывай. Мне что не показывал, что ты врешь, я сам видел. Они только и делают, что 24/7 сражаются друг с другом. Может сложиться ощущение, что они абсолютно бесполезны. Но это не совсем так. В случаях, когда вся карта полностью захвачена врагом, то есть в нашем случае, когда все точки будут не красными, а синими, у этих троллей появятся задания. И взяв эти задания за 500 очков благодарности, то есть нашей основной валюты, мы сможем перевоплотиться в точно такого же тролля со своим скиллсетом, со своими фишками. То есть вам как бы дают огромного дядю, чтобы исправить всю ситуацию. Но по факту тролли сейчас не особо в ходу. Если и берут тролля, то чисто пофанятся, не более того. Такие же мобы, кстати говоря, есть и у свободных народов. Но там не энты, как вы могли подумать. Там следопыты. Наверняка многие из вас по эпосу Серых Плащей играли за следопытов. Ну или по тому же Роханскому эпосу. По сути, это примерно то же самое. Помимо Этенских высот, есть еще одна PvP-локация, в которой мы можем бегать, выполнять задания, сражаться и заниматься всякой ерундой. Это Асгилиад. Чтобы в него попасть, нужно кликнуть на баннер. По сути, это просто отдельный от основного мира Асгилиад, на котором проводятся PvP-схватки. Здесь также есть различные зоны, которые нужно захватывать. Есть задания. По сути, это все то же самое, что и Этенские высоты. Просто немножко в другой обертке. Хоть и в предгорьях горы Грэм вы не встретите всех девятерых Назгулов. Помимо центрального выхода, у крипов также справа имеется дорожка, ведущая в Даргазак, которая охраняется, и фрипы сюда попасть не могут. То же самое есть у фрипов на их базе, ведущая к их фортификации. В Даргазаге у нас также, как я и говорил ранее, имеются задания. Все они имеют
Один и тот же одинаковый характер. Пойди и принеси. Теперь касательно передвижения по карте. У тех же фрипов имеются скакуны, на которых они передвигаются заметно быстрее крипов. А что же есть у крипов? Я сейчас не буду рассказывать про навыки различных классов, дающие преимущество в передвижении. Во-первых, абсолютно всем классам крипским дают навык марш, увеличивающий скорость передвижения на 25%, который действует только вне боя. Но как бы пространства на Этенских высотах довольно много, и бегать таким образом будет затруднительно. Но для этого у крипов есть карты. Карты можно получить у интендантов, либо с помощью деяний. Самое первое деяние, которое у нас выполняется, оно делается в предгорьях Грэм. Честно говоря, я уже не помню, что там было. Но если я, конечно, окончательно все не забыл, то здесь будут дополнительные задания у крайних мобов, которые нужно будет выполнить. Представляют они из себя, по сути, разведку карты. Вам нужно будет побывать во многих местах. И по заключению вы говорите с военным тираном Акулоном, и он нам выдает, можно сказать, вторую карту. Это карта возвращения на базу с кулдауном в 1 минуту. Поскольку первая карта, которую мы получаем, та же самая, но имеет она кулдаун целый час. Собственно, разница между ними заметна. Она серая и не раскрашенная. Помимо карты в предгорье Грэм, существует еще 5 карт с 3 уровнями наград. Каждое из этих деяний закреплено за большой заставой. Лугазак, Толаскарнин, Территроу, Лесопилка в мрачном лесу и Изендипский рудник. Для продвижения этих деяний нужно выполнять задания, которые вы берете в этих самых заставах. Например, за первый уровень деяния каждой из застав вы получаете какой-либо титул. Вы получаете титул за тираном, который закреплен на данной заставе. 500 очков так называемых благодарности и грубую карту с перезарядкой в 30 минут. Для выполнения первой стадии деяния нужно сделать 10 заданий. Таким образом, у вас выходит 5 грубых карт с кулдауном в 30 минут. Если вы используете одну из этих 5 карт, на кулдаун уйдут все 5. На втором уровне деяний требуется выполнить уже 25 заданий. Здесь также нам дают титул, привязанный за тираном до или иной заставы. Здесь уже дают 1000 очков благодарности и уже более-менее хорошую карту с кулдауном 10 минут. У нас также имеется 5 хороших карт с кулдауном 10 минут. И в случае как с грубыми, если вы используете одну из этих 5 карт, то все 5 уйдут на кулдаун. И за третий уровень деяния, для которого нам нужно выполнить аж 50 заданий, нам также дают титул, дают уже 1500 очков благодарности и хорошую карту с кулдауном 5 минут. Наиграв какое-то время, вы выучите все эти карты, куда каждая телепортирует. Просто существует некоторый шифр, связанный с этими картами. Допустим, в чате пишут 5 фрипов на 5 тол. Что это означает? Это означает, что у нас находится 5 фрипов в месте, куда ведет карта на тол Аскарнен с перезарядкой 5 минут. То есть цифра, как вы поняли, означает кулдаун карты, а сокращенное слово или аббревиатура обозначает местность. Чуть не забыл упомянуть, на Этенских высотах есть так называемая копи фрора. Здесь у нас расположена 3 сторона конфликта, это нейтралы. Тут имеется множество ходов, ведущих к другим выходам, либо ведущих к нейтральным боссам. Нейтральные боссы являются рейдовыми и убиваются ради различных преимуществ. Вот, например, сейчас, на данный момент, крипы имеют бонус от убийства дерева. Это гворн, который также обитает в копиях фрора. У него мы получаем дополнительные 30% репутации для ранга и очков благодарности. В начале видеоролика я уже немножко рассказал про ривера, бесплатный класс. Давайте немножко узнаем
черной стреле. Это класс расы урук, предназначен для дальнего боя. Ну, это лучник. Это лучник и это... Лучник? Неожиданно, правда? На самом деле, особо нечего рассказать про черную стрелу. Класс противоположность охотнику, только не имеющий никакой маскировки, а еще нет у него следопытской жилки. Он не может искать других существ, как охотник. А может только пользоваться своими треками на людей. Но имеет очень хороший скиллсет и какие-никакие ловушки. Играется черная стрела через две стойки. Первая стойка позволяет стрелять с большего расстояния. И чем дольше вы стоите на месте и стреляете, тем больше вы наносите урона. Вторая стойка – это застрельщик. Она переделывает некоторые наши скиллы, убирая подготовку, делая их мгновенными, но при этом снижает дальность боя до 20 метров. Помимо этого, снижает на 35% шанс промаха с автоатаки. То есть первая стойка у нас чисто для дальнего боя, а вторая для боя на средней дистанции. Динамичного боя на средней дистанции. На данный момент у меня есть только два класса, поэтому, к сожалению, про остальные мне придется рассказать на пальцах. Паук – это у нас класс, который позволяет сражаться на средней и дальней дистанции. Он выплевывает различные яды, развешивает доты, наносящие уроны ядом, имеет своего маленького пета, но и скиллами маскировки не обделен. В целом, лично я играл пауком очень мало, мне этот класс не зашел. А, ну, также у паука еще есть дебафы, и он может замедлять противников с помощью паутины. Военный вожак. Военным вожаком я играл довольно приличное количество. Вожаком я играл намного больше, чем пауком. Это чистый саппорт. Он умеет лечить союзников, воскрешать союзников, бафать союзников. Также он умеет дебафать противников. Варк у нас является аналогом Борга. Крыса-читер со спины. Ну, я думаю, вы поняли. И последний класс, аптека, это по сути чистокровный хиллер-дебафер. Он набрасывает на своих союзников слизней, которые дают эффекты постепенного исцеления, ну, то есть ходки. И может задебафить противника и обкидать его различными бутылями. Когда-то очень давно я мейнил аптеку, потому что им очень просто зарабатывать очки благодарности. То же самое, кстати, относится к вожаку. Зачастую вам даже в бою не нужно участвовать, вы просто лечите своих союзников в каком-нибудь замесе, а они, убивая противников, разделяют с вами всю награду. Больше мне сказать нечего, если я, конечно, что-то не забыл. На этом у меня все. До встречи!